Вам такие мужчины больше нравятся? Умные, красивые, сексуальные, обеспеченные или такие, как вы, Максим? Чёрт! Ничего не говорите, все вижу по вашим глазам. Оксаночка, если вы будете моей, мы будем жить как в раю. Ага, ходить голый, хорошо, яблоко. Я спор зашел в тупик. Давайте тянуть жребий, вот спички. Хорошо. Твоя длинная, моя короткая. Ну нафига все надо, у меня даже спичка короткая. Ой, бабочки, а видели, как мужик рожает? Значит так, с Оксанкой уйдет тот, кто дожмется сто раз. Да с ней не пойду. Так что перестань, ей-богу, что мы два нормальных мужика за какой-то бабы взъелись? Ну. Тоже мне мисс Вселенная! Ладно, пойдем лучше в рюмочную, по пивку рубанем. Резонно? Конечно! Вот видишь, он тебя даже на пиво променял. Эй, ты что творишь? Стоп, мальчики, хватит. Ладно, прекращайте спор. Айдар, вы очень милый, добрый, хороший человек. Максим, в тебе тоже есть что-то хорошее. Наверное. Вот, подруга. Ты видишь?